Еще один объект, который посетил губернатор во время своей рабочей поездки в Шую, местной достопримечательностью назвать сложно. Детский сад на 220 мест строят с 2013 года. Два предыдущих подрядчика к объекту отнеслись недобросовестно. Первый отработал в минус, остался должен казне 12 миллионов рублей. Взять с него нечего, у компании нет имущества. Другой подрядчик «Гелиосстрой» возводил детский сад с отклонениями от документации. Неправильно сделал крышу и фасад. Последний пришлось демонтировать. Техническая готовность здания сегодня около 60%. Из бюджетов разных уровней на дошкольные учреждения потрачено 60 миллионов рублей. На достройку нужно еще 105. В региональном бюджете на следующий год планируют предусмотреть на Шуйский детский сад 95 миллионов рублей. У администрации появилась возможность наконец-то сделать техническое задание для проектировщика с учетом того, какое будет фасадное решение, заказать корректировку проектной документации. В настоящее время все готово и находится уже в государственной экспертизе. После того, как пройдет, получим положительное заключение госэкспертизы, можно будет уже приступить к строительству, но, конечно же, при условии выделения какой-либо помощи из областного бюджета, потому что самостоятельно муниципалитет не потянет такую стройку.